Мок. Мок он свою третью шайбу в сезоне забрасывает. Назад Фретин. И бросок! Это гол! А вот это уже Диц! Это уже Диц! 4-1! Айда попал Даррен и расстроился, наверное, Урк. Но сколько можно спасать? Давайте смотреть. В общем-то, все просто. Фретин назад откидывает шайбу, и в ближнюю девятку она летит. Возможно, чуть-чуть Доминик Фурк потерял ворота в этом моменте. Хотя, вот видите, высказывает он, конечно, своим игрокам. Достаточно пассивно те выглядят и дают расстреливать вратаря. 4-1. Как быстро все переворачивает Борис.